Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня в своем видео хочу показать вам вот такую вязаную игрушку. Это первая моя вязаная игрушка. Вот такая вот Пеппа получилась. Я оставлю вам ссылку на мастер-класс, по которому я... Там есть и ссылочка на сайт, где можно распечатать схему, где я... по которому я вязала вот эту игрушку. Такие лапки отдельно вяжутся, вот эти части, ну, все, которые по цветам, отдельно вяжутся и пришиваются. Здесь вставляется картонный кружочек и набивается. Я набивала, можно синтепоном, ватой не нужно набивать, потому что если вы хотите постирать игрушку, то это будет проблематично, потом она собьется в ком один и все. Я набивала холофайбером, но можно и синтепоном. Вот. Но холофайбер у нас в Киеве недорогой. В магазинах Ярослав он продается пакетиками по 200 грамм, 16, ну там 17 гривен, 16,80, по-моему. Это недорого. Это большой такой кулек. И вот такая получается Пеппа. Такие глазки я покупала. Тоже недорого они стоят. И на AliExpress там какие хочешь глазки можно заказать. Вот они, я их приклеивала. Клеем. Момент. Кристалл. Пришивала отдельно все части. Вот ротик пришивала, щечки, глазки и ушки. Ну, моему ребенку очень нравится такая Пеппа. Так что, кто желает вязать игрушки для своих детей, и кто сомневается, не сомневайтесь, это очень легко. Мастер-класс очень хороший, подробно все показано, и, в общем-то, никаких проблем у вас не будет. Так вот. Желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока.